Служба безопасности? Этот сопляк. Добро пожаловать в игрушку Medium, с вами канал Алекс Плей, мы продолжаем играть. У нас пятая серия, поиск Красного дома. Всем приятного просмотра. Мы продолжаем. Загадочное место. Атмосферненько так. Жутковато. И такая тишина еще. Вроде тут ничего нету, да? Я думаю, здесь можно повернуть, наверное, налево, хотя нам надо вниз. Знак. И ворона каркает, заметили? Тишина, и одна ворона каркает где-то. Привет, любимые. Я, как всегда, весь в работе. Господин Орикович говорит, что больше гости приезжать не будут. Но ничего страшного. Для меня тут еще есть много дел. Вот только очень хочется тишины. Почему оно все болтает и болтает? Очень скучаю. Слышу какие-то шепоты. Тут явно что-то должно быть интересное. Телефонный разговор. Давай послушаем. How is he? No, кто don't там? Put him on. Нет, не давайте ему трубку, я работаю. Okay. Просто скажите. Хорошо, передайте, tell что я скоро вернусь. Hmm. Воспоминания. This one felt очень слабое. Subdued. Like if someone lit a match in a giant freezer. Как огонь спички в гигантском костре. Так, ну тут ничего интересного, просто какой-то обычный разговор. А, мне нужны, видимо, сильные эмоции, сильные какие-то переживания найти. Это очень важно. Даже если они негативные, но они будут сильные, это хорошо очень для медиума, для какой-то истории. Отвоеванная история. Памятник истории. Форт постройки 19 века будет восстановлен и открыт для широкой публики. Работы начнутся в следующем году и продлятся до 1983 года. А я могу пос... О, я могу посмотреть. Ты серьезно? Офигеть. Может быть, я должен что-то увидеть? Там какой-то фонарик. А приближать нельзя? Никак? Что, ну ничего такого необычного нету. Не знаю, что я должна была здесь увидеть. Ворона. Полетела куда-то. Ладно, пойдем. Записка. Еще одна Нива. Любимая, я ведь уже рассказывал о дочери господина Ориковича, Лилиане. Сегодня ей исполнилось 16. Из-за болезни бедная девочка даже не отпраздновала свой день рождения. Но знаешь, она напомнила мне о нашей Ане. У нее ведь тоже день рождения в следующем месяце, верно? Жаль, я не смогу приехать. Я нужен господину Ориковичу. Я просто обязан остаться и помочь ему, как он когда-то помог мне. С любовью, Ф. Так, а тут что у нас такое? Экологическая тропа. Ну, где он по ней? Ну, пойдем. Вот эта тишина меня немножечко смущает. Как-то напрягает, да? Когда слишком тихо. Только вороны иногда каркают. Тут опять, да... Сначала очень знакомо. Возможно, воспоминания из раннего детства. Это было какое-то место или нечто иное? Выставка редких деревьев. Видовая тропа. Я не знаю, куда мне, слушай. Я хочу и там побывать. Может, мне, в принципе, и нужно будет. Давай посмотрим на виды. Наверху тоже хочется побывать.
Как тихо. Ворон пролетел. Фонарик. Подожди, ребятки, а разве не здесь убили маленькую девочку в начале? Помните? В начале игры она бежала от маньяка, он ее застрелил. Я тут должны быть сильные переживания, какие-то сильные эмоции. Если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь. Но она бежала. Она к озеру выбежала, да? Там был тупик, и он ее застрелил. Кто это был? А если это была я, но я не умерла? Я не знаю. Боже, еще один. Такое ощущение, что он сгнил изнутри. Олененок. Ничего не видно. Под мостом, видимо, да, надо пройти. Я смогу забраться? Не смогла. Еще один. Эти животные, их словно выжили досуха, выпили из них всю жизнь. Слушай, я не уверен, а если я назад вообще смогу вернуться? Давайте посмотрим. Слушай, ребятки, а назад-то я не могу вернуться уже. Мы должны посмотреть, что там было наверху. Упустили, здесь мы еще один плакат, давайте почитаем. Природный парк Нива. Природный парк Нива построен на средства правительства Польской Народной Республики. Вон так. Так, и здесь мы пойдем сейчас наверх. Посмотрим, что у нас наверху. Возможно, там какая-нибудь ценная информация будет, да? Мы же хотим разные варианты посмотреть. Вот, да. Вот сейчас мы пойдем не налево, а направо. It sounded familiar somehow. Звучало очень знакомо. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Or something else entirely? Какое большое дерево было. Ну, просто другим путем, может быть, пойдем. То есть без разницы как? Не понимаю. И? Что, серьезно? Без разницы как идти? Да, я тут выхожу, видите, вот. Неважно, через верх идешь, через низ, да, то же самое получается. Холодно. Дождик пошел. Кто-то рычит. Волки? А тут могут быть волки? Может быть, собака дворовая? Если она голодная, то может... Тоже накинуть. О, боже мой! Тихо. Ты жутко меня напугал, приятель. Тапок. А что у него с глазами? Он хороший? Вроде хороший. Что там у тебя? Башмак. Эй! Подожди! Может быть, информация какая-то на башмаке есть? Надо посмотреть. Он меня зовет. В смысле? А, река Висла. Платоничный лагерь. Подожди, а если я... Ну, я думал, я не знаю, куда идти. Пойдем к собачке, она что-то хочет. So, there I was, я побежал за своим новым другом, в надежде, что хоть что-то знает. Подумаю, куда он меня приведет. Что-то хочет мне показать. На вниз я потом пойду, интересно. Блин, как это мило. Хороший песик. Shaving tools,
Бритвенные принадлежности, полотенца, бриолин. Местный йети за собой следит. Что такое, приятель? Ну-ка, что тут у нас? Вкуснятина. А, я могу его угостить. А что у нас здесь? Вот, подкрепись чуток. Прикольно. Он кушает. Классно. Быстро он съел. What is it, boy? Что такое, песик? You wanna show me something? Зовет меня дальше. You catch a scent? Ты взял след? Hey! Эй! Что у нас здесь? Anyone in there? Есть там кто-нибудь? What's wrong, boy? Что такое, песик? Ой-ой-ой. Is someone in there? Там кто-то есть? Мне жаль. Мне так жаль. Это Фрэнсис? Я так хочу увидеть тебя снова. Так по тебе скучаю. Зачем я остался? Зачем выпустил ее? Они все мертвы из-за меня. Что за черт? А я все еще здесь. Почему? Эй! You all right in there? С вами все в порядке? Тебя тут не должно быть. Я вижу тебя. А значит? Что? И она тебя видит. Боже, правый. Кто она? Чуть не страшно. Ох ты мой, фу! Фига себе у него ручище. Кто это? А на что ты рассчитывала, Марьяна? Это труп, да, был? Бог ты мой. Это карточка. Думаю, это он. После закрытия дома отдыха он просто остался здесь. Что такое, песик? Он был твоим другом? Фрэнсису. Он выглядит иссушенным, сгнившим изнутри. Как те животные, которые я видела. Тише. Я тут не закончила. Так, еще одна карточка Нивы. Любимая, ни за что не угадаешь, кто сегодня явился ко мне в палатку. Неразборчиво. Кабинет. Даю подсказку. 4 лапы, лохматый хвост и любит объедки и почесывание за ухом. Ты меня знаешь, я бродячих животных не подбираю, но у этого блоховоза никого нет, кроме меня. Откормлю его, подлечу и привезу. Дети будут от него в восторге. А, это бродячий пес, он его здесь встретил, но, судя по всему, видимо, не довез. Он погиб. Еще теплый. Как будто бы это было недавно. Пес меня ждет. Так, мы к псу подойдем. А я могу вернуться назад? Мне вообще можно вернуться назад? Интуитивно понятно мне дали. И тут я вроде все посмотрела. А что еще? Тут больше не с чем взаимодействовать. Че я упускаю? А, подожди, а если я ему дам ботинок понюхать? Может, костер? Может, что-то здесь? Решил, ребята, я спуститься назад, вниз.
и повернуть направо. Посмотрим, что будет там. Тут речушка небольшая. Нет, нельзя пройти, да? Окей. А тут лавочку, тут кто-то, видимо, сидел, да? У кого-то здесь был привал. Давай посмотрим. Это я должен сделать. Она там, в одиночестве, ей страшно. Теперь я ее все время слышу. Она шепчет, она кричит. Выпусти меня, выпусти меня. Он не понимает, он не хочет понимать. Может быть, он не тот, кем я его считал. Я должен ему показать. Окей. Ну, видимо, тут больше ничего нету. Все-таки нам надо к собаке идти, да? Сюда можно по пути заглянуть. Пойдем наверх. Нам нужно что-то здесь сделать. Может быть, собака мне как-то должна помочь? Это вроде я все осмотрел. Костер посмотрели. Палатки. А-а-а! Я лишь хотел, чтобы она снова увидела солнце. Мне очень жаль. Кто она? О, да, надо было фотокарточку взять. Собачка. Easy boy. Тише, песик, что случилось? Это, видимо, собака, отсылочка к ведьме из Блэр, да? Опять эта тварь. О боже. No, нет, стой! Там также мы проходили игру «Ведьму из Блэр». Фрэнсис. Я надела его. Но потом я выросла из него, износила. Вот все они износились. Ничего не подходит. Все не по мне. Но ты... Ты выдержишь, правда? Особенная девчонка. Отвали от меня! Мать твою! Я хочу примерить тебя! Чёртова паршивчина! Что это было? Я слышу, он идет! Боже мой! Ой-ой-ой-ой! Что происходит? Пожалуйста! Твою ж мать! Ой-ой-ой! Беги-беги! Не убегай! Да ну тебе нахрен! Не убегать! Хорошо! Чудный костюмчик! Ну что ты мне сделаешь? Я конец всего! Но мы должны были это посмотреть. Теперь я точно не остановлюсь. Не убегай. На мост. Да блин, мать его, что происходит? Мой чудный костюмчик. Боже мой. Главное не подскользнуться, дождик же идет. Маленький костюмчик. Боже, боже мой! Капец какой-то, все рушится. Блин, все падает. Маленький-маленький костюмчик. Сумасшедшая тварь. Беги, беги, беги. Не бросай меня здесь. Пошел ты нахрен. Ой-ой-ой, ой, все рушится. Кажется, успела. Я оторвалась? Она отстала? Кажется, да. Кажется, мы справились. О, бог ты мой. Так, что она здесь? Надо спуститься. Окей. Сюда. Надеюсь, не свалится. Все нормально, да, вроде.
Что у нас здесь? Слушай, ну я думаю, блин, я боюсь туда идти. Давай посмотрим, что у нас здесь. В руинах по-любому что-то должно быть. Ты что, не можешь пройти через арку? Нет, тут просто, видимо, разваленные руины. Ничего нет. Тоже. Ладно, пойдем сюда. Надо будет пройтись аккуратненько. Аккуратно. Это я иду, смотрите, я встал. О, Марьяна! What? Что? Who's there? Кто здесь? Да вон стоит, что не видишь, что ли? Ты же обещала. No risky stuff. Быть смотрительницей, да? Осмотрительной, да? This isn't real. Это не по-настоящему. Не может быть. Тихо. Джек? Джек? А, это отец ее, да? Там что-то есть. Галстук. Я отсюда вижу, что это галстук. Это что? Нет. Не может быть. Это галстук отца. Охренеть. Боже мой. Так, а нам вниз не надо? Вроде нет. Ладно, идем дальше. Это место. Тут так холодно и темно. Это Джек говорит? Да, это Джек. Ага, надо подвинуть. Давайте. Навались. Раз. Отлично. Проходим дальше. Марьяна, что ты сделала со мной? Ты не он. Ты не он. Where have you sent me? Да, ты меня отправила. Я помогла тебе уйти в другой мир. Нам вниз, да? Что он здесь делает, отец? Здорово, отец. Так надо было сказать. Здорово, отец. Ну, здравствуйте. Меня не должно тут быть, Марьяна. Блин. Это все твоя вина. Это не мой отец. Пожалуйста, Джек. Слишком поздно, Марьяна. Слишком поздно. Но он так не говорил. Все кончено. Ведь я... Кто ты? Подожди, а... Мне показалось, или тут был отец, а сейчас его нету? Жутковато. Сейчас какой-нибудь сплинтер выскочит. Или черепашки. Нинджа. Конец! Боже мой! Что ты наделала? Ты это заслала их во тьму! Шаловливая. Шаловливая папочкой. Боже мой! Нет! Да я успела же, успела! Так. Давай, давай. Ну куда ты пошла? Давай. Сделай это. Да что надо сделать? Куда? А, вон как.
Так, Марьяна. Ненадолго этого задержит. Нужно шевелиться. А, назад надо? Куда? Так вот. А, у меня же есть эти кусачки. Да? Я до сих пор с ними. Болторез. Давай, раз, два, три. А я забыл про болторез. Слушай, а если бы мы не заваливали, а просто бы попробовали сбежать? Я думал, мы бы не успели, да? А, мы бы не прошли. Нужно было в любом случае отодвинуть эту штуковину. Возможно. Не факт. Так, ну ладно. Опять болторез. Прикатиться. А он до сих пор таскается с ним. Тяжелая штука. Да, она его спрятала, интересно. Атмосферненько так, атмосферненько. Но тут все равно более-менее элементарно. Вот поиграть, вот кому понравилась данная игра, и не знаю, советую поиграть в Сибирю. Вот я в первую, вторую часть играл. Там реально круто и там сложно. Там довольно-таки сложные загадки. Ну, я давно играл, по крайней мере, мне казалось, что они сложные. Может быть, сейчас, конечно, это было бы проще, но... Генератор, может быть, он еще работает? Нету топлива. Так, заперт, кажется, рычага не хватает. Понятно. Видимо, надо будет это все найти. Так, ну давай посмотрим. Я думаю, тут где-то неподалеку. А, тут все рядом. Вот в Сибири не было все рядом. Вот, отлично, есть. Что у нас тут еще? Там, чтобы забрать топливо, пришлось побегать с этой, то есть с одной локации в другую. Ну, там постоянно что-нибудь дослучалось. На хоть и атмосферно, и окупилось довольно-таки хорошо. Вроде как писали, да? Ну, не знаю. Она мне понравилась, безусловно, понравилась. Данная игрушечка интересная. Но мне кажется, в Сибири все-таки поинтереснее будет. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Кто играл, отпишитесь в комментарии. Че он сказал? Черт, как громко. А, то, что он может услышать. Так, топливо у нас есть. Ничего такого. Подожди, а как? Как я это достану? Я думал, можно взаимодействовать как-то с ведром, нет? Разве нет? И зачем я сюда пришла? Я тебя слышу. Спускайся ко мне. Давай, тут будет весело. Твои друзья тебя ждут. Я опять присоединился. Ну мог бы побить, слушай. Он же мог развалить это все, я бы упала. Какого черта? Тихо, спокойно, спокойно. Тихо. Спокойно, идем, не спеша, не торопясь, ножку за ножкой, почти дошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, черт возьми! Кажется, спела. Играй со мной. Гребаный псих. Поиграй. Нарды. Ты будешь... Платим. Я буду крепко тебя держать. Разложу тебя как следует. Я наконец тебя примерю.
Буду носить тебя. Где ты? Тут вороны были услышаны. Камушек бросить. Вроде не услышал. А где он? Он тут стоит, что ли? Там выход. Но эта дверь стоит на пути. Хера себе. Джек передает привет. А нет. Просто он сказал. Зачем? Его сюда отправил. Зачем? Он, наверное, плохо себя вел. Нам надо обойти, что ли? А что, спрыгнуть нельзя было просто? Подожди, так нет, нам пока что сюда не надо, наверное, да? Мы там еще не все сделали, по ходу дела. А это выход, скорее всего, да? Я думаю, да. Как я туда спрыгну? Ну ты что, не можешь отсюда спрыгнуть, что ли? Я не понимаю. А, вон стоит. Нельзя, что ли, спрыгнуть? Ты серьезно? Мне все-таки надо обойти это дело. Но это очень странно. Мне кажется, она могла спрыгнуть просто. Что такого? Тут не так высоко. Это как-то бредово, слушай. Зачем мне это все дело обходить? Странно. Я вообще могла взять бензин, типа назад вернуться. Не, ну это бредово, это реально бредово. Какого черта? Так, открыть ворота. Он испугался молнии. Так вот чего он боится. Молнии боится. Почти вернулась к генератору. Слушай, не знаю, но я немного не понимаю. Она же взяла бензин. Почему она не могла назад вернуться тем же путем? Ладно, не будем задавать лишние вопросы. Давай зальем. Так, а как я сюда подойду? Почему я не могу взаимодействовать? Куда заливается это что? Не понимаю. Ну вот, рычаг есть, отлично. Так, ворота открыты. Куда она заливается-то? Пожалуйста, только не говори, что ты забаговалась. А, надо ворота все, видимо, открыть. Потом я должен залить. Буду. Что-то я не понимаю, слушай. А, блин, гребаная. Это уже второй баг будет, если я не залью. Куда я пошла?
Ты где? Ну куда ты убежал, слушай. Сейчас бы еще выбраться. Так, вроде выбралась. Ну это, видимо, я все собью, да? А, надо прицепить, наверное, к прицепу что-то. Подожди, так может быть она пустая, фляга? Надо было мне наполнить бензином ее. Все, ребятки, я понял, что надо сделать. Вот здесь есть кнопка запуска, а сверху вот он... Вот на крышку, вот сюда надо бензин залить. Отлично. Отлично, сейчас должно запуститься. Да, получилось. Ой, она шумит сильно. А сейчас будем толкать. Погнали, генератор. Как же без него? Генератор наше все. Вот ты где. Ага. Она все еще внизу. Нужно от нее избавиться. Иди ко мне. Я смогу пройти? Стой, закрой свой рот. Гром и молния. Да, гори, сволочь, гори. Мы сделали это, а мы... А я-то могу ступать? Надеюсь, теперь я больше ее не увижу. Вон она как. Баганулась. Фризы баги. Никто не отменял с моей 1060 на 6 гигабайт. Подлагивает. Так, смотри, ну, отлично, мы дошли. Ну, подожди, по идее мы могли просто спуститься и уйти. Вот за... ей нужно обязательно было его убить. Зачем? Его тут не было. Я могла спокойно просто мимо пройти. Зачем ей нужно было его убивать? Я не знаю. Где-то я? Тут уже как-то получше, да? Поприятнее. Блин, я просто представляю, какой запах там, да, классный в лесу. Свежесть, запах свежести, листвы. Это очень круто. What is that? Что это? Sounds like... Похоже на... лагерь какой-то. Опять начинается. Опять двоякий мир. Печаль. Sadness. Печаль. Sadness. Is that you? Печаль, это ты? О, привет, Мариана. Нашла то, что искала? Я надеялась, что ты мне с этим поможешь. Sadness. Печаль, сосредоточься. I need you to focus. Think back to... Ты... Что ты помнишь? Самое первое. Расскажи мне. What do you see? Is this a game? Это игра такая? I'm afraid not. К сожалению, нет, мила. Это очень важно. Listen. Я знаю, I know, что это сделал Ричард. Was he the one keeping you? Это из-за него ты здесь? Марьяна. It's okay. Все хорошо, я его изгнала. Он больше не вернется. Лили. Лили? Лили. Тебя ведь так звали, помнишь? А что случилось? Ты помнишь своего отца? Я помню. Маму. Она была такая красивая. Только грустная. Как ты.
Хорошо, что ты помнишь маму. Я совсем не помню своих родителей. Они, когда я была маленькой, мы попали в аварию. И выжила только я. Мне без них было очень грустно. Я тебя понимаю. Мы друзья тоже. Марьяна, здесь так одиноко. Мне здесь не место. Может быть, тебе лучше отправиться куда-нибудь еще? Может, я... Хочешь отправить меня отсюда? Нет, Марьяна. Я не могу так. Еще рано. Почему? Разве ты не боишься чудовища? Ее же нет. А вот чудовище пришло. Боюсь. Но теперь оно охотится за тобой, а не за мной. И когда оно тебя сломает и влезет в свою шкуру, то, наконец, может отсюда уйти. Но оно никогда не насытится, никогда не остановится. Тогда позволь мне помочь тебе уйти отсюда, чтобы я смогла покинуть это место. Ты ведь вспомнила, кто ты, а значит, у меня получится. Нет, Марьяна, дело не только во мне. Дело в тебе. Ты должна вспомнить. Я так и знал, что-то с ней связано. Сон, пожар. Это она была маленькая, слушай, с ней это все приключалось. Красный дом. Красный дом — это горящий дом. Да. Красный дом — это дом, который сгорел. Красный — это огонь, пожар. Стой! Что за красный дом? Мы были там, Марьяна, вместе. Ты всегда была рядом. Прости. Лили? Лили? Черт. Капец какой-то. А я надеюсь, что наконец смогу отсюда уйти. Томас? Томас? Надеюсь, ты еще здесь. Опять два мира. Потому что у меня кончаются идеи. Тут что-то есть. А, сюда надо куклу, видимо, принести. Мало энергии. Искра слишком слаба. Как будто чего-то не хватает. Нужно что-то еще найти. Какое-то воспоминание. Воспоминание велосипеда. Давай посмотрим. Ну что, Ричард, мы наедине? Давай-ка поболтаем. Эй! Эй! Он тебя совсем сломал, да? Никто другой больше не сумел? Значит, он к Ричарду пытался добраться, но не знал, что его уже не добьешь, не доберешься до него. Так, подожди, что-то еще есть. Да грёбаная фигня, почему... Что за аномалия-то? Ужас, смотрите. Блин, как FPS пропадает. Тут еще что-то. Now, you're a hard-working man, who could probably use a weapon. Такому работяге, как вы, наверняка что-то нужно. It's Francis, right? Вы Франсис, верно? Простите, кто вы такой? Who are you exactly? Просто человек, привыкший поступать правильно. Может сказать, я патриот. А вы патриот, Фрэнсис?
patriot, huh? Патриот? Что-то мне подсказывает, что тебя называли совсем иначе. Из-за этого эхо. ФПС ко мне сильно пропадает. Что здесь? А, я могу наверх подняться. А зачем? Ну, посмотрим, чем. Давай пока зайдем в дом. Что-то есть еще. Еще воспоминания. Лошадки. Девочка. Простите, но папа запретил мне говорить с незнакомыми людьми. Это правильно. Он тут управляющий, верно? Не знаешь, где он? Мне нужно с ним поговорить. Уходите, а то я закричу. Умная девочка. Ангел ада. Мой любимый байкер. А, вот это колесо от байка. Мы видели. А, сарай мы осмотрели. Томас. Ты был здесь. Так, на улице мы в любом случае выйдем. Черт возьми, что-то произошло. July 27, 1983 года. Близнецов. Дело близнецов. Расследование продвигается, но Рекович, кажется, начинает что-то подозревать. Надо поторопиться. Сегодня или никогда. Итак, они знали о Томасе. Но что именно они знали? И кто такие это они? Они близнецы! Да ну нафиг! Это моя сестра, получается, и она погибла, а я выжила? Так эта маленькая девочка и моя сестра? У меня пока такие догадки. Вот вы где. Это была твоя идея. Нет, они уже у нас на хвосте. Тот ублюдок тоже из них, точно тебе говорю. Ладно, давай проверим. Скоро расцветет. Из них? От кого ты прятался, Томас? Вот и убегал. Да нет. А, надо, наверное, наверх. А, вниз спуститься? Подожди, а что у нас здесь? Рукоятку надо найти. Так, ну я же могу отделиться, получается. И тут я должна найти рукоятку. И потом мы вот в эти ворота пройдем. Я так полагаю. Ай-яй-яй-яй! Дух этого дома так и не перестал гореть. Я могу зайти? Нет, нет, нельзя заходить. Так. Тут есть что-нибудь? Не, все-таки мне тут одно не место. Ладно, возвращаемся. Нужна рукоятка. Нам, видимо, вдвоем надо будет. Сюда пойти. Так, можем же вниз спуститься, получается, да? А, подожди, и байк еще же есть. Oh, hey, a eunuch. Someone's got good taste. Кто-то любит классику. Так, тут такого ничего нету. Просто байк. Так, давай спустимся вниз. There's something under that engine. Как его поднять? А, я понял. Мы поднимем этот мотор, да? Нам надо вернуться, получается, на улицу. Сейчас все будет, ребятки, сейчас все будет. Это элементарно. Хорошо, что я тут сразу заметил. Ну, как-то, подожди, зачем я залез сюда? Надо как-то в дом попасть.
А, ну слушай, все правильно. Я вижу там кабель. Попасть я не могу, это очень странно. Что-то я упускаю. Я ему надо что-то сделать. Так, лошадку мы изучали. Нету питания. Я вижу генератор. Так, как я туда попаду? Чемодан нам не нужен. Нам надо... А, подожди, вот, вот оно как. Кукла. Да, отлично. Точняк, мы нашли куклу. Вот ее нужно будет на место поставить сейчас. Так, поставить ее на место. Показать, кто здесь хозяин. Отлично. Можно еще разок? Только один раз. А как? Подожди, я, наверное, отсюда мне надо зарядить? Сверху? Не знаю, получилось или нет. Вот я дура. Спускайся. У меня еще есть энергия. Давай разделим, отделимся. Так, я могу вниз спуститься, могу наверх пойти. Если мы не будем спускаться. Нет нужды. Так, вот получается кабель, да? Так, ну все, мы завели. Больше ничего нету. Слушай, а если я вниз спущусь? Если я сюда вниз спущусь, интересно. Черт. Она слишком долго не работает. А, ну, блин, понял. Так, все, сейчас все делаем быстро. Знаете, что мне кажется? Мы прям отсюда отделимся, да? Отсюда. Можно было... Чтобы потом тэпнуться можно было. И сразу побежим. Поднимать. Можно было прям рядом стоять. То есть мы поднимаемся. Сейчас все будет. Заряжаем. Тэпаемся. И побежали. Не, короче, надо прям здесь стоять, да? Прям здесь стоять. Вот отсюда. Да, все, отсюда, смотри. Вон оно зачем. То есть мы отсюда пойдем. И здесь мы можем залезть. Прогулки с духами. Достижение. Так, ну все понятно. Сейчас точно получится. Тэпаемся. И нажимаем на кнопку. Не знаю, мне нужна энергия, нет? Поднимаем. Отлично. Ужасно, FPS практически так пропадает. 10, охренеть. Боже мой, я не знаю, из-за чего это связано. Так, то есть мы сейчас вот здесь. Питаем силу. Причем очень странно, вроде настройки сделал послабее, все равно в моментах пролаги дикие. Так, ага, ну все. Отлично, сейчас пойдем дальше. Уже можем пролезть. Это из-за костра этого, из-за дома, я думаю. Это, видимо, и был красный дом. Строить сарай мы сделали. Это тот самый дом. Right in front of me. Совсем рядом. Погребенный в пепла. Подожди, а я могу? Что у нас тут такое?
что-то есть. Бензин. Проклятые выродки. Думаете, вы особенные? Ничего, гореть будете, как обычные люди. Господи. Да кто это такой? Кто-то это специально сделал. Кто-то специально поджег. Я хочу уйти с этой локации уже, боже мой. У меня FPS гребаный пропадает. Это все по-любому из-за костра. Когда близко подхожу. А, подожди, тут что-то еще есть. Какое-то воспоминание еще должно быть. Это вот этот мужик. Я не знаю, кто это. Но он очень плохой. Думаешь, услышишь, как они орут, почувствуешь запах горящего мяса, ты все мне выложишь? Если еще будешь умолять меня, я тебя отпущу. Боже мой, внутри были дети. Неужели она и я? Может быть, родители погибли не от аварии, а сгорели? Я могу так пройти? Подожди, а как? Что надо сделать? Я просто так не могу туда войти. Может, что-то еще должно быть? Потушить как-то? Может быть, тут есть воспоминания? Еще какие-то вот ворота. Давай к воротам подойдем. Нет, вроде нет. Тут явно надо еще что-то найти. А вот что-то есть. Что это? Зажигалка? Вот на зажигалка. Отсюда произошло возгорание. Окей. Посмотрим, кто ты такой на самом деле, ублюдок. Заперто, значит? Хочешь сам попробовать? Вперед. Нет, я это предоставляю тебе. Мне больше нравится быть мозгами нашего дуэта. О, у меня есть идея, давай. Ну, или так. Так тоже подойдет. Так, что у нас здесь? Пистолет. Вот из этого он убил девочку. Черт, я знал, что у него будут проблемы. Служба безопасности? Этот сопляк... Боже мой! Нельзя так говорить о государственных служащих, товарищ! О, боже мой, он вырубил его! Неужели он тоже сгорел? Просыпайся, товарищ! Социализм сам себя не построит. Черт. Ты не знаешь, с кем связался парень. Еще как знаю. Я давно с тобой сижу, Томас. Твое дело для меня уже практически хобби. Да? Так какого цвета на мне трусы? Шутник. О, боже, эту песню. А ты, товарищ? Я обожаю эту песню. Сыграем игру? Называется «Что важно для Томаса?» Не включай! Я не хочу авторские права получить. Итак, нацисты нашли тебя в Варшаве. Сколько? Тебе было тогда 3 года? Сначала они хотели тебя убить, но передумали. Они узнали про твой потенциал и решили его использовать. А потом раз, и война кончилась.
Приходит Красная Армия. In comes the heroic Red Army, and... Они держали меня под замком. Проклятые нелюди. Они проводят важное исследование. Пытаются понять, что же делает тебя таким особенным. Он его пытал? И что же это? Мамаша твою. Что-то про мамашу сказал? О, разозлил. Нравится тебе такое, да? Делать людям больно, как тем ученым. Сколько тебе было? 18? Я видел снимки. Признаться, даже меня впечатлило. А я уж знаю, как делать человеку больно. Погоди. Я тебе еще персонально. И вот тебе удалось выйти на свободу, правда? Пришлось все время скрываться. И надо же, у тебя почти получилось. Но черт тебя дернул опять применить свою силу. На ком? На лучшем дружке Ричарде. Он... Да-да-да, я знаю, ты хотел отомстить. Могу понять. Я бы тоже сделал ради своего ребенка что угодно. Не трогай моих детей. Дети? Ну да. Сколько боли ты готов выдержать, чтобы их спасти? Чем ты готов ради них пожертвовать? Может быть, свободой? Отпусти, урод. Так и я думаю. Я тебя отпущу. Но сначала расскажи мне все, все о своей силе. А ты заставь! Давай! Что, кишка танка? Ударь меня! Я уж думал, ты никогда не попросишь. Отдохни, Томас. Когда проснешься, тебя будет ждать настоящая боль. Это же этот гараж, да? В котором я был, да? Это гараж, вот тут байк стоит. А, вот, я сжег. Просыпайся, Соня. Время не ждет. Что? Что ты? Он поджег дом! Сам посмотри, он поджег дом! А это его гараж. Ублюдок! Чертов псих! Отпусти меня! Отпусти! Они еще там, Томас, ну? Теперь что ты мне покажешь? Покажу, товарищ. Что угодно. А, он проник ему в мозги. Он в его голове теперь. А почему он раньше не мог так сделать? Почему он раньше не мог в голову? Я вот это не понимаю. Томас, наконец-то. Я уж думал, не дождусь. Так, надо пошевелиться. Хорошо, что здесь время течет иначе. Мне еще есть шанс их спасти. Охренеть. Боже мой. Так, ну что ж, ребятки, давайте немножко сделаем перерывчик, и в следующей серии я приложу усилия, чтобы это сделать, чтобы спасти нас всех.